Да, ребят, это Билли. С вами продолжаем проходить, поэтому всем нравится. Приветствую, мы с вами продолжаем проходить Билли. И давненько ее не было. Говорил по серии в Dead Space, кто не видел, скажу. Тут тоже я на нее не забил, мы пройдем до конца. Просто мы проходили еще другие игры. Я поменял фокус внимания, но у меня был фокус на другой, на других, на других проектах. Поэтому я проходил там The Walking Dead и другой еще проект игровой проходил, вот, на него было больше внимания, чем на этих играх, которые давно проходил, но в какой-то серии, по Far Cry, где я сказал, вроде, и в какой-то серии, как я сейчас сказал, что все-таки что вернутся игры, которым давно проходили, да, после того, как мы прошли с вами два проекта, я сказал, что они вернутся 100%, и будем дальше их проходить, да, потому что надо их заканчивать уже проходить, потому что мы их очень давно проходим, очень долго, поэтому как-то так, поэтому ну, Саша, подумай, давайте подойдите, куда мы пройдете, ты кушаешь, принципе, пить или в тебя приятного просмотра. Мы, собственно, продолжаем проходить игру Билли. Не помню, чем закончили, но посмотрим, давайте вместе посмотрим, приятного просмотра. О, привет! Так, мы с тобой здесь, я помню, что здесь надо сохраняться, так. Вот, скейт нужен, кстати. Вот что такое лежит? Так, подожди, а что нам? Бля, давно сюда не заходил, ребят, давненько. Так, отдраться, подпрыгать. Так, ладно, понятно, задание сразу выполнять, понятно, сразу задание выполнять вот это. Гонка в долине, let's go, гонка в долине, проходим. Hey, Pete. Привет, where is everybody? А где все? Oh, Jimmy. О, Джимми, это it's ты? Yeah. Yeah. You kill Gary, ты, наверное, хочешь, что он заплатит тебя почти. Got those rich kids to throw eggs at you. Gary will get what's coming to him. What's wrong with you? А что с тобой что? Ничего. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? What's wrong? Что случилось? Well, for one moment, I had friends. Just one moment. You and Gary. Ну да, Гарри уже не сильняк, а ты психопат. Ладно, забей. Его потом не издевались, но я, по крайней мере, был не один. А теперь я опять сам себя, слишком крутой. Слишком тормозно, чтобы быть как, типа, с вами. Блядь, ебать, я не успел за этими скитерами. На велогонке, что ты сказал, пошли. Короче, пойду точно на велогонку. Я не успеваю за этими титрами, они очень быстрые здесь. Вообще жесть, ты видел? Ты видел? Вообще жесть. Короче, они-то поболтали, типа, он поплакал чуть-чуть, и все. Сказал, что вот, у меня больше нет друзей, и тому подобное, блядь. Чё, куда нам нужно добраться? Ну, поехали. Подожди, как в нем прыгать? О. Покеду, ребята. Да сосешь ты хуй, бля. Ну поехали обратно. Я не пойму, куда нам ехать, подожди. Благо, что это не на время, да? Да нос тут не гал. Вот, поэтому надо вспоминать, как что-то делается вообще.
Ну, блядь, а гонка будет. Ладно, давай. You pathetic wretches! Come on! Let's Don't get make there. Me laugh! Don't worry about those sad sacks. Блядь, ну вы посмотрите, в курсе, блядь. Ту-ту-ту. Как в этажке реально, блядь. Чисто, блядь, гонки почему-то происходят постоянно какие-то, блядь. Не понимаешь, почему, блядь. А скоро закончится уже гонка эта? Походу так постоянно ехать. Да, я его чуть-чуть подогоняю. Да уж. Гонка прям веселая, я скажу так вам. Интересно, сразу видно. Хотя в то время, наверное, это было прям вау. Ну да, когда вот так еду, они меня догоняют. Блять, сколько можно ехать-то уже? Все. Это было проще простого, на самом деле, то что, ну, не так сложно. Хорошо, классная победа. Давай как-нибудь выиграет у меня. $15. А давай сейчас зайдем. Ой, иди в пизду, пожалуйста, не надо. Разборки на пляже. О. Так, тебе нужна модель C785, тогда разбери ее и соедини с 767 из титана. Цена высока, но зато летать будет как птица. Это то есть когда 3, что ли, присылаешь? Так я в профи. Да, я собирал взять 976. Такой важный среди пацанов. 976? Ты что, девчонка? О, вот и парень, что выиграл гонку. Эй, пришел на призов, да? Вот, пожалуйста, сатища. Пластмасска покрыта алюминием. С именем написано с ошибками. Ты глянь, столько парней, чьи заветы вся работа в магазине. Балдеть, обожаю, когда люди знают свое место по жизни. Тогда твое место по жизни — мой сортир. Дерьмо с тростового фонда. Чё, это в органе сортир после мышка? Никогда бы не подумал. Пацан, да вы того подборок в натуре. Что-то у тебя. Давай, покажи. Картинки привез, ну-ка, дай посмотреть. Эй, лупус, отдай. Да я вообще похуй, слушай. Пошел в пизду. Я куда нам? На пляже. Да иди в пизду, бля, мальчик. Help me.
Поенов. Конечно, выполнил свое задание, хорошо. Бля, я не помню, тут драться, какие-то приемы, чтобы тут изучали же, да? Я вообще ничего не помню, реально. Ну как, вспомнил чуть-чуть, ну ладно. Да лайнхер с полдня до 11. Иди нахуй, мальчик, все, не хочу. Ладно, let's go, чё, нам сейчас, куда с тобой? Нам с тобой сейчас, наверное, в шкилку, да? Да, одно в шкилку, одно туда. Ну, погнали, в шкилку сгоняем. Чё бы нет, когда дам, как говорится. Чё бы нет, когда дам. Погнали, в шкилку с тобой сгоняем, собственно, да? Вот. Ну, смотри, как девочка идет. Давай поцелуем. Вон, смотри, наша девушка идет вроде как. Это наша девушка, вроде как. Ну, девочка, с которой, которую мы целовали 100%. Вон тогда такая, если что. Да, это девушка, которую мы, помнишь, ходили с тобой по заданию вот туда, в женский этот корпус, и с ней познакомились, это наша девушка. Пожалуйста, пожалуйста. Вам как раз к ней надо. Погнали, сначала с тобой сохранимся. Быстренько с тобой сохранимся сейчас, да, потому что, ну, игра-то может вылететь, а зачем она нам нужна? Зачем она нужна? Нам такое не надо. А, точно. Точно, точно, здесь книга же. Так. Угу. Погнали, конечно, с тобой. Опа, это надо забрать. Я знаю, счете, ну короче, ладно, погнали. Погнали с тобой. Погнали. Разве сюда? Но одно задание сюда же идет, нет? Даже я ничего не понимаю. Ну да, одно задание вот сюда идет, 100%. Вот, ну все, сюда одно задание, все, да. Может, уничтожитель растений? Давай посмотрим. Hello? Ну, ты чё стоишь? Давай, помоги мне. Вы что-то хотели, сэр? Чего вы меня звали? Я тебя звал? Да, да. Взгляни на это растение. Потрясающе, не правда ли? Это дермула максима фортиссима. Это уникальный вид венерины мухоловки. К сожалению, в школе есть один мальчик, Дерби Харрингтон, которому отец подарил такое растение. Его отец не хороший человек, а Дерби не хороший мальчик. Им нужно, чтобы принизить значение коллекции.
Я люблю биологию с две стороны, мой мальчик. Жизнь и смерть. Да. Нет, я стараюсь быстро, ты понимаешь, что я стараюсь быстро сейчас, чтобы... Ну, понимаешь? Вы хотите, чтобы я убил Дарби Харрингтона? Ладно, я тебе занимаюсь. Да нет, ты же, не мальчишка, а Сеня, мой мальчик. Он еще шестерня. Я читаю, я стараюсь, типа, ну, заранее сразу читать, как, прежде чем произносит, типа, хит-слаб, потому что пиздит очень быстро. Ты шо, ебанутый, мать? Anything going on? You all right? Ну, понял, бля, охуенно. Иди сюда, ёпта. Нет, это не твой френд. А вот с этим мы тоже можем целоваться. Will you hang out with me? I like you, Jimmy, but I probably shouldn't. Of course, you know. I thought you might like these. Oh, Jimmy, that's so nice of you. Hey, Jimmy. Come on, baby. Do you think anyone saw? You're even better up close. This whole school is rotten. Конечно, мы этому научились, когда ходили на какие-то уроки. You're so bad. Потом дальше задание выполним. И быстренько с тобой. Быстренько с тобой пойдем на уроки туда. Так, нам сразу сюда, да, вроде? Поехали! Hey, how you doing? Ля, какой сорикой саснул. Ну, а давай блондина его сделаем, похуй. You're looking good, sugar. Sorry about that. Thank you.
away. My mom will be so disappointed. Там такой, ёпта. Хай, хай, блядь. Погнали. Поговорить с Бифом. Well, if it isn't the number one contender, sure thing. How's it going, dude? Hey. Well, I'm going to work at my father's firm this summer. He's making you work? What a bastard. No, no, I wanted to. His firm is handling a big murder trial. I'm going to help out. Bye. Catch you later. Bye now. There's no reason to hit mom, Dad. These guys so don't I asked my mother, why can't I access my trust fund? I've got enough. Вот все, изящное задание было. I know jiu-jitsu, punk. You idiot! Get out of my Shaolin train! Да ты тварь ебаная. Куда мне подожди?
to Papa. I learned this move from my dad. Hey, let's talk this out, man to man. I learned this move from my dad. Пизда, ребята. Ебать, что, как блок ставить? Down there. Loser. You lame jerk. You're so lame. You know that? You suck big time. I don't know why they say poor people make the best boxers. You're stupid and ugly. Пиздец. Просто ебался, блядь. А чё 18 хпшки ещё 0, блядь? На... Такое на самом деле такое. Ой, все, иди в пизду, блядь. Look at me! Сохраняемся 100% с тобой сейчас. Так, понравилось сегодня загоняем на уроки с тобой? Чем бы нет? Мы очень новому обучимся. В целом, пока уроков нету, давай погнали, типа, это. А куда здание-то? Ой. Соси, вот игра и зависла. Как хорошо, что я сохранился. Как хорошо, что я сохранился, игра вылетела прямо в тот момент, когда я... Вот ты, блядь, как хорошо. Как хорошо. Наверное, что это произошло после того, как я сохранился, блядь. Так что я сохранился, говорю. Так что я сохранился, она вылетела после того, как я сохранился, это заебись. Погнали, короче, до этого. Погнали пока, до задания. Попробуем с этой.
Oh, hey. Can you give me something that just a little something. Remind me of you? Да, теперь можем с любимым девочкам, что ли, целоваться? So что ты сможешь, блядь? Займ? Мы теперь можем с любимыми девочками теперь? Ну, типа, взрослыми такими, да? Со вот это, своей? С той, которая в очках ходит, брюнеткой, вот с ней. Интересно. Интересно. Так, все. Это, ребят, для хпшечки, если что. Ну, ты извини. Я поехал. Спасибо тебе. Боже, я вот что это такое сбежит. Я вот такой вот друг. Эти все это были, пожалуйста. Спокойно, Рассел, тихо, тихо. Good boy. Thank you, thank you. Jeez, that dumb kid's really strong. Dumb? Hey, be good. No. Be good. Not you, Einstein, not you. So, how did everything work out with those eggs? Not like I was hoping. Ну, так, как я надеялся, не верю богатею. Too bad, too bad. Ох, это был бы этот козел Тадди. You know, his parents tried to party at my boss's house right now. If you wanted to revenge them, now would be a good time. I guess I'll need some more eggs then. Ah, yes, you got it. Thanks. Спасибо, большое, Рассел. We've got a house call to make. Нести визит, Рассел. На кое-кому нести визит. Чел, ну я вообще-то прямо рядом с тобой еду, если чё. А, так. Мы сядем в каждое открытое окно. На, блять. Who threw that egg? We'll find you yet. Go out there and find the miscreant. Oh no, mother's favorite Mapplethorpe. You're not going to get away with this. I see him. I see him. Помоги! На, ёпта. Видел, видел? Не, ну ты видел? Просто, блядь, назад побежал, бам, нахуй, сразу. Ну а чё за мной гонится-то? Причём, для этого, конечно, Рассел мы взяли, понял? Just
day I want to fight a gorilla. I feel trapped. Russell, well, hello there. Russell is Bullworth champion. You like them? Need to smash some nerds now. This is so sweet. I like you. Look great in this light. What girl love Russell? Hey. I heard like 10 people made out here. Ты видел там сзади, что просто приседал много раз? Давай быстренько пройду, короче, сейчас это задание, быстренько прям пройду сейчас. Сейчас максимально быстренько пройду. На, ёпта. Сейчас максимально быстренько я пройду это задание, давай, и вернемся к прохождению. Видишь, ребят, все, вот, я выполнил задание наконец-таки. I'm good. That's all there is to it. Ну, я выполнил его второй раз. Да. Ох, смотри, где у нас. Давай только сначала сохранимся быстренько, на всякий случай. Ты же видишь, она вылетает, игра, когда сама захочет. Это прям... Да отстань от меня. Иди отсюда, блядь. Да ёпта. Да. Погнали, что сохранимся быстренько здесь. Опа, не понял. Это что такое здесь делает? Странная тема какая-то все. Ну ладно. Поехали дальше. Да, можем поиграть. Так, поехали. На задание сразу же. Сюжет на этом. Боксерский поединок у нас с тобой, собственно. So how do I do it, Pete? Do what? Beat those rich kids into submission. Well, what have you tried so far? Random violence, widespread destruction, gratuitous sadism. No, no, that's not gonna work. They get all that kind of stuff at home. Now what you gotta do is you gotta beat one of them publicly. You gotta prove to them you're better than their best man. Why don't you box that dumb jerk Biff? Not bad. Каким-то Biffом, чтобы каким-то Biffом драться. Not bad at all. All right. See you around. Wait, Jimmy, can I come too? Чтобы не драться тем, кто его обидел. You know what? Don't worry about it. Хуйня, снег. Это очень странно, что здесь снег. Очень странно тем, что снег здесь. Погнали. You and me, ты и я, Biff. You and me what? Ты и я, что? Ты и я, благородного искусства бокса. Когда ты мажор, поймут, если не спускаешься, когда заходишь нищий. Конечно, с тобой жить лучше, это я. Давай, потом сможешь почистить свои ботинки. I could do so much better, you know? Come on, Biff! Show 'em what we're all about!
waiting on you. Hopkins, you're pathetic. Ну все, ББ сейчас будет. А у стоит ХП еще. Больно. Ну кто самый плохой? Я. Сам сильный? Я. Кто значит мужик? Я. Я слабее, я. Чемпион. Что у нас тут? Чемпион только что одолел Бифа. Он наш новый чемпион, что? Он новый чемпион. Меня от тебя воротишь, чтобы стать чемпионом. It takes more than victory to become a champion. It takes breeding, nepotism, and snobbery. А ты грязный демократ. Filthy Democrat. Господа, мы что, позволим кого-то беспризорнику вот так просто побить нашего друга Бифа? Then what are we going to do? Beat him back to the ghetto! Да. You guys soften him up. I'll get a drink. Жаль, Гора, надо что-то с дружками. Я смотрю свои активы, которых у тебя просто нет. Друзей. Заткнись уже, Дерби. Вот тебе еще тактика, ты маешка. Бля, ты тварь ебана. Не, вы лучше так ебашите. Своего же ебашит, блядь.
Да уж, пиздец, конечно. Надо как здесь готовить будет тут. Это просто даже. Ну кто теперь главный? Я вас не слышу, богатей. Кто тебе главный, мой дружок от Тюсакат? Ну еще на вопрос. Ты главный, ты главный. Хорошо, правильно, я. А теперь вы, девочки, научитесь играть честно. Понятно? Часть 3. Любовь правит миром. Дарби злобный богатый придурок. Вряд ли кто удивится, если он в конце концов окажется в Конгрессе. Ну, рассказ не о нем, но обо мне. Ну вот я подмял под себя этих мужаных детишек, пора бы мне обратить внимание на заглядных врагов, а понтовых ребят. So you must be pretty proud of yourself. Ты, наверное, очень гордишься собой. А что ты получил от богатого? Они богатые, но слабаки. Это было нетрудно. Но они сами напросились, я им понял, тут главный. Так взяли дракона, не спрашивай Гарри. Так что, может, я то, что устоит. Гарри, это уже проблема посерьезнее. Пусть лучше. Джимми Хопкинс, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody tells Johnny anything. Johnny Vincent does the telling. Well, he doesn't tell me what to do. Now beat it, greaseball. You're causing an oil slick. I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? You're gonna pay for this. What is wrong with this place? Everyone here either needs help, wants to beat you up, or both. Well, you know who Johnny Vincent is, though, don't you? No, and I don't care. He's head of the greaser clique. Get friendly with him, and he can help you get to Gary. Yeah, maybe. Tell you something, Pete. This place blows. Tell me about it. Что происходит, блядь? Стой, 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 девочка. Looking good today. Save it for someone who cares. Ладно, погнали, сохранимся, ну их нахуй. Красный, смотри, звездочка какая-то. Да все, все, пока, пока. Да, что на этом сохранимся, и думаю, на этом закончим. У нас новая глава началась с тобой в этой игре. Очень интересно. Спасибо за просмотр, какая стрика была. В принципе, все. А нет, стой, давай не закончим. Не-не-не, погнали, изгоняем с тобой на уроки. Чё, понят, когда да. Я как раз сохранился, погнали на уроки сгоняем. О, стрика скользит. Блядь, отстань, отстань. Блядь, ебись. Буду менять у нас с тобой. Что тут будет? География. Надо географию изучать. Добрый день, меня зовут мистер Мэтьюс. Я ваш географию. Уверен, вы все полный энтузиаст. Мы готовы к учебе. Иначе зачем вы бы тут сидели? До конца урока определить, какой стране, штату или провинции относится каждый флаг. Удержите. Отпустить. Ага. Так, ну, это точно. Чего нет? Hmm, a fair guess, but I'm afraid it's wrong. Try again. Heaven. Бля, я не знаю. Whatever gave you that idea? Try again. Try again. Да я ебу. Try again. Швейцария. Try again. Try again. Подожди, давай найдем сначала один хотя бы. Try again. Try again.
Португалия вот это. Испания, ну, здесь Италия, нет? Дания. Не, Дания где-то вот здесь вообще находится, по идее. Да иди ты нахуй! Бля, так ты меня заебал, блядь, я не знаю нахуй. Try again. Hopkins, is that map upside down? Ладно, в следующий раз пройдем в следующий раз. Так, надо девочку делать. Лё, смотри, какая в шапочке идет. Привет, в шапочке ходишь. Look in my eyes for a sec. I'm so bored, I want to strangle myself. You're like really pretty. It's good that you told me. Бежала, блядь, нормально всё. Hey, excuse me, would you help me, hello, please? Hello, fellow student. Hey, you. You cool? Your animal magnetism is irresistible. Crummy peanut. Why is my... Нахуяно? Ailing frequencies open. Девочек больше нет здесь? Чё тебе надо, блядь? Я отсюда нахуй. О, привет! Джимми, ты так хороший мне. Приветствую. О, это поцеловалась моя. Давай еще раз. Еще подмигивает. Так, где у нас уроки-то будет? Наверху. За мной тебя бегает. Наверху у нас с тобой урок. Давай, погнали. Математика. О! Let's go. Надеюсь, все равно учиться чему-то. Это вам не какая-то грамматика? Изи, давай. 40 ответов, максимальное количество вопросов. Медлить рукой указатель РБ. Ты где, блядь? 3 плюс 4. 50. 6, 3, 6. Раз, два. Что меньше? 12. You're not even trying, are you? You can do better. Что меньше? 203, 8 плюс 3. 11. 1 делен на 2. Pay attention! Что медленнее, блядь? 120, блядь. Что быстрее? 99, блядь. 12 на... Что быстрее? 5. Бля, я ебу, это хуй знает, блядь, честно. The mind is a terrible thing to waste, Jimmy. Ну, блядь, я пытался, нахуй. Там забей еще 0,5, 0,5. Да, еще синус-косинус, блядь, этот любимый, нахуй. Покажи мне, что такое, да, блядь, скажи, уже такое, почему равняется синус, блядь, 30, нахуй, давай, блядь, что ты, блядь, ну, что ты, блядь, давай. Смотри, когда накидал в мой шкаф шарик с водой, кто накидал в мой шкаф шарик с водой, пожалуйста, не делай так больше. Понятно. Ну, ждем еще одного урока, чё. Может, какой-нибудь шкафчик это взломаем.
This is a good spot. Hopkins, get back here. Сосёшь. Все, уроков больше не будет, хочешь сказать? Hey. Heya. Hey, what's new? How are things? You all right? How's it going? What's up? Hi. Okay, thanks, bye. Does my breath stink? Bank. I hope my breath doesn't stink. Superior! You're my friend, right? Good day, my friend. Four teams too many to be on? It's no fair! Все, что уроков больше не будет. Получается, нет. Ладно, панель сохраним сюда, и я думаю, на сегодня все. Да, повеселиться в этой игре можно. Ну, а в следующей серии стой, продолжим проходить. В принципе, все, спасибо за просмотр, вот такая серия была. Будем в следующих сериях. Давайте.